Дорогие друзья, всем привет! Апаем Джина на 500 трофеев. Фух, намучились мы, конечно. Тактика очень имбовая, играть легко, но, блин, все равно мы проигрывали уже ближе к 500, уже так посложнее. Зажимают, суки. И вот самая проблема, это когда нас зажимают. Вот нам надо, единственная наша ошибка, когда вот мы бегаем между тимами. Это просто трындец. Но тактика у нас имбища. Роза сама по себе неубиваемый. И Джин очень крутой чел в дуо. Я обожаю вот Джина и вообще эту связку. Раньше Джин Шелли была, сейчас Джин Роза. Вообще с любым танком Джин заходит. Короче, эта тактика работает. Но я вам предлагаю следующее условие. Играть сложно, но я предлагаю челлендж. Если мы все катки затащим, вы ставите лайк. Точнее, нет, если мы сыграем без поражений. То есть, если ничья, это не считается. Но если же мы хотя бы одну катку сливаем и будет минус кубки, неважно, минус 3 или минус 6, вы нас закидываете дизлайками, просто выгружаете вагон дизов заслуженно. Ну, это заслуженно, такой будет спор. Я ничего вырезать не буду, все как есть. Вот сейчас пишем, реально уже устал. Вот как запишем, так и запишем. Если поставите диз, ну, типа нормально. Ну, я имею в виду, если мы проиграем. Только давайте по-честному. Если вот мы выиграли все катки, вы поставите лайк. Ну, точнее, без поражения, если затащим 500 кубков. Хочется перебить рекорд по лайкам. И еще одна просьба — подписаться на канал. Друзья, до миллиона, до миллиона! Это миллион! Осталось 10 тысяч подписчиков. И у меня целый миллион. Пожалуйста, не проходите мимо. Подпишись, каждый человек, подпишись на мой канал. И давайте, вот уже осталось совсем немного. Будем праздновать с вами лям. Огромное спасибо, кто подписался. И лайк можете пока еще не ставить, смотрите ролик до конца, потому что непонятно, заслуживаю я лайк или нет. Ну а подписочку, конечно же, я прошу вас оформить. Все, рекламная пауза, и мы... Так, на канал Димы будет тоже ссылочка в описании, если что, подписывайтесь. Фух, честно, нервы уже потрепали, мы на самом деле уже на таком, знаете, на нервозе небольшом, потому что... нам надо было апнуть 480, сука, только приближаемся к этой отметке, бац! Слились до 460. Та сука! Никак не могли запустить ролик. И вот сейчас ролик запустили. Я говорю, давай вот, чтоб мотивация была играть без поражений, чтоб точно уже апнуть. Условия задизлайкать нас. Я вижу, что тебя прожимают. Я стараюсь помочь, но все. Просто два дальника. Мы рассоединились, короче. Я не знаю, давай каждый сам за себя теперь. Я иду, все, я эту тему сейчас подожму. Два ворона, обалдеть. Отойди лучше, меня убили. Вижу. Ну, два дальника вообще нереально. То есть Пайпер плюс Рика, что ли? Ничего, нормально. Это еще не потеря. Давай сюда передвигаемся. Угу. Все. Сейчас Терес, если у меня 4 банки. Фух. Короче, друзья, вы поняли, да, условия данного челленджа? Я не знаю, как это назвать. Если мы хоть одну катку проиграем, да уже никого нет. Хоть одну катку. Вы ставите дизлайк. Но если мы без поражений, то, пожалуйста, давайте перебьем рекордное количество лайков. Стоп-пе. Не, ну все, уходи. Ульта скоро, там совсем пипюречка осталась. Я ага, думаю, уже команда. Вот, три тимы. Так, вверх, давай вверх. Зажимаем. Там два ворона будут их зажимать, и мы. Нормально. Да, что ты боишься? Кого ты боишься? Давай. Бей. Да смысл? Тихо. Тихо, прикрою как-то ракеты. Все, так, отлично. Мощью косой. Вроде попал ультой, все равно как-то. Ну давай, вот зажимают, ну, вороны попробуй. Зажимают, нам вороны смотри, помогут. Давай. Сюда, скорее. Давай, добивай, 300 добью, хп. Отлично, добью. Две тимы. Две, одна тима. Ты должен ты затащить. 7 банок, офигеть. Мне две надо ульта, мне срочно надо ульта. Иди сюда, в кусты. Наша стихия — это кусты. Знаете, чем еще наша тактика обалденная? Что я даю плюс 200 хп от хил, и у него кусты хилят плюс 300, да, или наоборот? Да, плюс 200, у тебя плюс 200, а у меня плюс 300. Плюс 300, ну, да. Короче, все, плюс 500. Притяну. Давай, тяни, пока у меня нет ульты. Отлично. Все, хорош, спасибо. Хорош, топ-1! Ух, бодрячком. Плюс 6 кубков. Не расслабляться. Главное не расслабляться. Почти. 11 кубков. Да, мы до видоса столько, блин, напарились. Это жесть, пацаны. Мы уже реально думали опять, как Спайпер будет сейчас записать. Просто ролик попытка, не пытка, как говорится. Не, ну тут надо доапать. Фух, и я говорю, слушай, ну мы все равно проиграем, если вот просто без всякой мотивации. Не, у нас есть мотивация взять 500, но будет больше, когда ты знаешь, что за поражение тебе дадут, ну, дизлайк. Это неприятно. Поэтому мы сейчас крайне стараемся, крайне осторожны. Так. Не догоняй. Я набью ульту на нем. О, его убили. Отлично. Забирай банку.
Тихо, дурацкий ворон. Давай отойдем, давай, давай отойдем. Отойдем, отойдем, отходим, 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 отходим. Ох, я думал, сейчас видите, я ему по 200 хилю, и в кустах он плюс 500 делает. Да. Давай сюда, стопчик. Ворон Спока тут. Уходим. Спока. Ага, да. Отлично. Давай, давай на нас Пока. Да я мне ульту главное набить, мне похер на Пока. Все, сюда иди. Ага. Сейчас ворона этого убьем, 100%. Стой, 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 стой. Да, погнали. Я снизу, ты сверху, давай. Давай. Это как, серебаня тебе говорит? Чуть-чуть не достаю, чуть-чуть. Да какой серебаня? Ты... Куда ты ушел? Иди сюда. Yes, отлично. 5 баночек, отлично. У нас еще 4 кимы. Надо постараться. Тогда чуть похилюсь. Все, окей. Ага, у них 3 банки, у нас 5, отлично. Так. Фух, хорошо. Страшно. Ах, что ж такое-то? Ай-яй-яй. Ай-яй-яй, я не знаю, куда мне деться. Ого, вот это я тебя прикрыл. Ух, да роза, что ты хочешь? Так, о-о-о-о-о, иди сюда, иди сюда, иди сюда. А, у меня ульты нет, я думаю, что я не могу присосать? У меня 1400 хп, морту я сломал, новую поставят. Ой-ой-ой, там ей помогают как будто бы. Добьешь? Добил, 8 банок, хорошо. Ой, я ее сейчас, сейчас присосу. Иди сюда. Ай, блядь, сука, да она замансила, она как будто знала. Хилюсь. Я тебя прошу. Все. Хилюсь. Давай ее убьем, пожалуйста. Да воробья хочу зажать минус Тиму, чтобы нам уже Дизни поставили. Умираю, все. Умираю, дядя, умираю. О, пожалуйста. Прикрываю. Давай, убивай. А, давай. Один хп. Один хп, блядь. О, обалдеть просто! Вот это пух! О, бля, мы на грани были! Охренеть! Один хп! Мне впервые, по-моему, такое, что прям один хп затащили. Последняя катка осталась. Ну, если выиграем топ-1. Охренеть! Зашибись. А сколько у тебя? 400... Ой, 494? 495. О, жесть, я так устал, серьезно. О, да, в игры играть тоже тяжело. Устаешь, бля, уже морально просто. Ты такой, ну, хочешь затащить побыстрее, а тебя сливает, да ты, ну, время тратишь на это много просто. Мы сидим со скольки, с 2 часов дня, да, или с 3? Ой, или с часу. Ну, как только ты со школы пришел, сразу мы сели. Да. Сейчас уже 5 вечера, пиздец. Короче, в этот раз 2 часа прошло уже почти. Тихо, иди сюда. Ты, по-моему, мне кажется, рискуешь, нет? Я рискую, но... Ну-ка. Ну-ка. Давай эту банку заберем. О, вижу. Понял. Помоги. Помогаю. Я за счет пассивки в кусте остался. Хорош. 400 хп, сука, не добьешь. Это же гребаная ульта. Давай. Вот тут мы нормально сейчас, у нас позиция нормальная. Тихо, аккуратно. Кого-то присосать. Давай. Опа, ебашим. Извините за маты, пацаны, но тут без эмоций сейчас никак. Не успеваю. Все, забей. Пенни, расходимся. Пенни монетами. Я же говорю, расходимся. Убей, пожалуйста, ее нахер. Тяжело как, 5 тим еще. Фух, все, Дима, давай отхилимся. Ух, закаляет-то как, сука, знаешь, что тебе проигрывать нельзя. Это знаешь, это как тебе, ну... Блин, я не знаю, как это... Давай куда-то отойдем, давайте вот эти кусты все прочекаем. Да тут никого нет, я все тимы вижу. Смотри, да? Шелли, Джин, потом Леон с Поко вверху. Справа какая-то тима. Все, Леона присасываю. 9 банок, тихо, давай, ломай его. Давай, все, отлично. Ну это сейчас не проиграем. А, и Пенни. Стой, хилимся. Спаси меня, бро. Давай, спаси, ну же. Я могу присосать кого-то, хочешь? Да любого давай. Блин. Всех разнесем. Ну я так, на удар. Шелли, давай убьем. Давай Шелли убьем. Убивай. Чтобы не мешало. Слушай, пожалуйста, живи. Живу. Я понимаю, что это... Ну это все, это 500 кубков если сейчас затащим. Бам! Бам! Боже, я косой, я пипец. Я эту катку вообще мне не нравится, как я играю. Вообще жесть. Фух. Блин, вообще, чувак, походу все катки были топ-1, нет? Да. Охренеть. Бля, пацаны, ну это заслуживает лайка и подписки, а? У меня 1 хп оставался, блин, я не сдох, держался до последнего на ногах. Охренеть, все, тактика работает. Джин плюс танк, все, это просто... Пацаны, ну, пушка, не знаю, я думаю, все было честно. Если бы мы проиграли,
засыпали бы дизами нас. Вот это реально был уже такой, знаешь, говорю, погнали, все, это сейчас дубль, и если нет, то все, я ухожу, мне идти надо. Потому что это реально был, вот как получилось. Пришлось бы все равно опять 500 кубков, но не хотелось поражений. Отстрелялись. Ссылка на Диму в описании, на мой канал тоже подписываемся, друзья. 500 кубков на Джине. Давайте посмотрим, что у нас тут. Больше всего трофеев. Так, уровень силы, сначала более редкие, сначала менее редкие, больше всего трофеев. Так. Смотрите, Пайпер чуть-чуть осталось, сука, мы ее так и не даапали тогда. Ниту вернуть, Дэрил и Фрэнк на очереди. Да слушай, не так много персов осталось, буквально чуть-чуть, я до конца месяца, может, уже все, на новые проекты перехожу. Ребята, скоро будет проект без доната, проект с донатом, много чего будет интересно, подписывайтесь, добиваем миллион, друзья! Вы лучшие, спасибо вам огромное. Желаю вам удачи, всем добра, не болейте и будьте счастливы. До скорых встреч. Пока. Пока.